Химках прошел концерт преподавателей и выпускников Центральной детской школы искусств. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» собрались настоящие поклонники классической музыки. Рояль, который недавно появился в «Артишоке», зазвучал мелодично и чарующе. В программе концерта прозвучали произведения великих русских композиторов и мировых классиков. Среди них Бах, Шопен, Вивальди, Чайковский, Мусоргский и Римский-Корсаков. Почти полтора часа пролетели на одном дыхании, ни одного скучающего или усталого лица. Полное погружение в атмосферу происходящего. Мы просто невероятно счастливы от того, что так много химчан сегодня в этом зале и наслаждаются классической музыкой, потому что музыка приносит в жизнь людей гармонию, радость, помогает пережить грусть и делает людей однозначно очень счастливыми. Для гостей мероприятия подготовили разнообразные номера. Академический вокал, фортепиано, скрипка, труба, электроаккордеон, сольные и ансамблевые выступления. Центральная детская школа искусств – настоящий флагман творческого образования и визитная карточка «Химок». Здесь работают хореографическое, художественное, музыкальное отделение, а также отделение современного искусства. Выпускники школы поступают в ведущие творческие вузы страны. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.